Теперь где, вот, короче, две пряди волос, две пряди ленты и опять прядь волос. Теперь отсюда начинайте наверх, вниз, наверх, вниз. Прошли, да? Теперь обратно она же пошла. Вниз, к ней прихват. После улицы. Они вместе должны до ленточки идти. Да. То есть одна должна быть сверху лента, а другая снизу, да, должна быть. То есть вот у меня. Теперь вот к этой прихват. Она пошла, да? То есть эта лента наверху, теперь она будет снизу, а это наоборот наверху. И теперь вот это, да, пойдет вниз. К ней прихват. Теперь вот эта лента сверху, она будет снизу. Она будет снизу, а это наоборот, которая внизу, это будет сверху. Все. Теперь вот это прядь вниз. К ней прихват. Вниз. Теперь вот эта лента сверху, она будет под низом. Вот это. А это будет наоборот наверху. Теперь вот эта опять пошла вниз, к ней прихват. Лента сверху будет снизу, а которая из-под низу будет наверху. Теперь опять вот эта опять вниз, прихват. Пульцы волосы. Идет вниз волос. Теперь вот эта лента под низ. Это наоборот наверх. Теперь вот эта прядь пошла вниз. К ней прихват. Вот эта лента сверху пойдет вниз. А которая из-под низу наверх вниз. Это наоборот наверх. Это прядь вниз. И прядь. Это прядь вниз. К ней прихват. Вот эта лента пойдет вниз. Это наоборот наверх. Одна лента одним цветом, другая другим цветом. То есть и у них будет одна таким, другая таким. Одна опять такие же. Этот, и они вот здесь будут разные цвета. То есть. Здесь уже без прихватов так же, хоп, вниз, одна лента вниз, другая наверх. Теперь это вниз, одна лента вниз, которая наверху была, а это наоборот, в конце так же, как бантик завязали. Здесь как бы, да, так же, это вид, да, французской косы, можно так сказать, только с ленты, да, то есть лента посередине вставлена.